Историко-культурный центр в своей деятельности использует разные формы работы. Передвижная фотовыставка, посвященная 75-летию Сталинградской битвы, еще одна возможность познакомить видновчан с историей страны. Сегодня экспозиция открылась в Видновской школе номер 2. И мы хотим, чтобы вы узнали своих героев. Здесь их представлено более 40. Мы попытались сделать и фотографии, и представить документы, которые есть у нас в историко-культурном центре, чтобы вы лучше познакомились с нашими земляками, участниками Сталинградской битвы. В экспозиции собраны снимки жителей нашего города, что делает ее для нас еще более родной и понятной. И это делается для того, чтобы как бы еще больше обратить внимание ребят, и именно в стенах школы, о том, что это те события, которые были 75 лет назад, были историческими для нашей страны и Родины. Педагога школы Ирину Мезенцеву страшные события тех лет не обошли стороной. Ее дед погиб под Сталинградом. По сей день дед числится пропавшим без вести, хотя мы знаем, до сих пор там идут раскопы и чьи-то имена восстанавливают. Для детей считаю это очень важным, нужным, потому что от них это далекая дата, но, однако, мы должны помнить, чтобы жить. Кирилл Наточий, ученик 10 класса, принял участие в церемонии открытия выставки, читал стихи и исполнил русскую народную песню «Эх, дороги». Он один из тех, кто также неравнодушен к событиям тех лет и понимает всю значимость происходящего. Это какая-то некая просветительская деятельность для тех же самых малышей. Надеюсь, что мы смогли донести до них, потому что я считаю это просто важным. Я думаю, что это воспитывает человечность в людях. Приятно осознавать, что дети, пришедшие на мероприятие, знают об этих важных для нашей Родины событиях. Чтобы мы помнили наших героев и то, что наша страна велика, и все мы любим нашу Родину и готовы за нее умереть. Экспозиция проследует и дальше по школам Ленинского района. Каждый должен знать историю великих побед. Алексей Мельников, Владимир Бижонов, Елена Кошелева. Видное ТВ.